Итак, сегодня первый день тотальной изоляции в России из-за коронавируса. Друзей рядом нет, родных тоже. Помощи ждать неоткуда. Придется рассчитывать только на свои силы. Но благо я нашел идеальное место, чтобы переждать эту пандемию. Вот. Это вот такой вот мой склад. Тут мои припасы, как вы видите. Их довольно много. Должно хватить до конца. Ах, да, еще я тут забаррикадировался, как мог. Здесь я и надеюсь пережить все то время, пока в России будет карантин. Но, в принципе, власти скоро обещают создать вакцину, так что я не думаю, что это долго продлится. И в любом случае запасов мне хватит. Вот. Беспокоиться не о чем. Все. Вот тут я буду отмечать, сколько дней я здесь нахожусь. Хочу вас кое с кем познакомить. Вот это вот мой друг. Его зовут Мяч. Потому что, ну, он Мяч. Вы могли подумать то, что во время этого карантина я сошел с ума и начал разговаривать с Мячиком, но это не так. Вы ошибаетесь. На самом деле мы знакомы с ним уже довольно давно. Вот. Это мы с ним в галерее. Это мы с ним на крыше. Это мы с ним бухаем. 100 тысяч 138. Чтобы победить своего врага, нужно думать как твой враг. Нужно стать своим врагом. Именно поэтому в научно-тактических целях я скачал себе Плаук Хинце. Буду играть в него и разрабатывать план по победе над этой заразой. Что ж, благодаря этой игре я понял, как убить человечество. Ну вот как спасти его? Я не понял. 1 908. 1 909. 1 2 миллиона.
Ура! В общем, я принял решение выйти на улицу. Не могу уже обходиться без чистого воздуха, да и припасы немного закончились. Нужно сходить за едой. На всякий случай возьму с собой экипировку и оружие. Так, остаешься за старшим. Сторожи дом, понял? Молодец. Что ж, думаю, я готов к тому, чтобы наконец-то выйти наружу. Если записи больше не будет, считайте, что я умер. Оказывается, чтобы выйти на улицу, нужен был пропуск. Но денег на штраф у меня, конечно же, не было. Поэтому я заплатил вот так. Зато мне провели бесплатный тест на коронавирус, и оказывается, я здоров. Ну, думаю, не стоит отчаиваться, ведь во время карантина действует служба доставки. Я могу себе что-нибудь заказать. Ну, видимо, я могу себе позволить только хлеб. Алло, это доставка? Чего? Подождите, какие хлебные бандиты? Что с заказом? Ну ничего, я слышал, туалетную бумагу тоже вкусная, если ее правильно готовить. Ah.
Мое выживание в карантине окончилось неудачей. Мне кажется, меня нашли те хлебные бандиты. Я умру, но не отдам последний кусок хлеба. Мне кажется, я слышу их шаги. Нет! Ты что здесь устроил? Я ведь уехала всего на неделю. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.